Подготовка к президентским выборам началась и в Ивановской области. Председатель избирательной комиссии региона Анжелика Соловьева подписала соглашение о взаимодействии с общественной палатой в период грядущей предвыборной кампании. Согласно изменившемуся законодательству, теперь члены общественной палаты могут назначать наблюдателей на выборах на всех избирательных участках. Соответственно, для того, чтобы общественная палата могла подготовить данных наблюдателей, мы готовы оказать свою помощь в разработке методических пособий и поучаствовать в семинарах, которые будет проводить общественная палата Ивановской области по подготовке наблюдателей. Недавно в регион поступили и такие чудо-машины для обработки избирательных бюллетеней – КОИБы. На каждом протоколе, который попадает в комплекс, есть QR-код. Техника сама определит, как распределились голоса и сколько человек поучаствовало в выборах. Также выберет она и испорченные бюллетени. Таких машин в область доставлено 66. Всего участков больше 700. В какие попадут КОИБы – открытый вопрос. В основном это городские округа у нас, конечно, в перспективе, потому что техника дорогостоящая, и ее очень сложно обслуживать в сельской местности. Из-за специфики наших дорог, из-за электричества, которое находится на избирательных участках. Поэтому я думаю, что в первую очередь мы будем рассматривать именно городские округа. Стоимость одного комплекса около 10 тысяч рублей. Каждый представитель комиссии хотел бы такую систему на вооружение в свой участок. Благодаря ей подсчеты голосов до глубокой ночи уйдут в прошлое. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.